Любимая Николая Носова, живая шляпа. Ронни, дочь разбойника. Тин-тин. Пёстрые рассказы Чехова. Питсон и Финс. Я люблю книжки Криса Ридова. Называется «Школа в Дед Морозовке». Любимая? Паддингтон, Мишка Паддингтон. Муха – это цитокуха. Только по-секретному. Я какую-то книжку люблю, но она библиотечная. Конечно, очень часто. Вот на это Рождество мне подарили большую-большую вот такую книжку про легенды. Мне дарили последнюю книжку «Кто открыл Америку». Она очень смешная. Ну, там разные стихи, сказки. И вот такая книга, стихи и рассказы Даниила Хармса. Забыла. Я такая вообще забывашка. Да, я на Новый год маме с папой делала сама книжки. Я дарил маме книжку. Моей подруге у нее было в прошлое воскресенье день рождения. Да, я дарила своему брату Артему книгу на день рождения. Да, очень. Да. 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 Днем книга дарения. Обожаю читать. Класс.